Здорово, бойцы! С вами, как всегда, Пламбер. И сегодня новый видосик по поводу 11 сезона. Ну что ж, друзья, я вам желаю приятного просмотра. Ну а мы начинаем. Итак, друзья, совсем недавно, в том числе и я, говорили о такой локации, либо новой карте в королевской битве, как Алькатрас. Потом все же эта тема стихла. Сейчас же опять же набирает популярность, так как многие считают, что данный режим, а именно подчеркиваю режим, будет нам доступен в королевской битве. Да, это совсем новый режим, где будет меньшее количество игроков. И я думаю, скорее всего, здесь, ну, скорее, может быть, 50 человек будет участвовать, потому что локация, либо карта большая, и довольно-таки прикольненько будет, если без ботиков поиграть. И тем самым очень удобно будет для стримеров, так как иногда мы не набираем, да, 100 человек для кастомок, а здесь очень даже классно можно проводить турниры, конкурсы и так далее. Я надеюсь на это, что так и будет, и в сливах это упоминается уже не первый день, уже не первую неделю и в том числе не первый месяц. Но мы едем дальше, что же нас ждет дальше в 11 сезоне. Итак, новый навык оперативника трекер. В переводе это охотник, следопыт. Возможно, я не прав с переводом. Кто знает лучше, пожалуйста, в комментарии отпишитесь. Буду только рад. Доступен он будет нам в ближайшее время, а то есть в 11 сезоне. И уже изображения его появились в Play Market. Так что, кому интересно, можете зайти в Play Market и увидеть и убедиться сами. Как мне удалось заметить, здесь есть некий щит, который не позволяет врагам нанести вам максимальный урон, ну и вы тем самым дамажите их с помощью данного оружия. Как оно будет работать, я надеюсь, мы вскоре узнаем. Многие из вас знают, что в королевской битве будет ночной режим. Также планируется ввести ночные карты в сетевой режим. И в связи с этим, друзья, разработчики вводят новые прицелы, такие как на Арктике, на Золотой Арктике, а именно тепловизоры. Друзья, ну это классная идея и очень прикольная, потому что действительно ночь, тепловизоры, ну такое, знаете, как будто фильм. Мне это очень нравится, игра не перестает меня удивлять и только радует. Но пока я вижу только на М4 данный прицел. Я думаю, на другие орудия, на другие винтовки тоже что-то подобное будет, либо вот в таком именно формате будет на всех винтовок. Я не думаю, что на ПП можно тоже такой поставить прицел. Ну, посмотрим, может быть что-то подобное, но меньше. Далее, друзья, из слитой информации мы можем увидеть, что в 11 сезоне появится 48 дредж, это пулемет, который пришел у нас с Black Ops 3. И здесь мы можем увидеть, что стабильность данного оружия очень даже классная. Я думаю, что стабильность, дистанция и урон в нем будет довольно-таки неплохой. А вот подвижность будет очень даже хромать. Но посмотрим, как что будет. Ну и насколько, друзья, я понял, что помимо кастомизации оружия в игре мы будем издеваться также и над персонажем. И все это планируется на октябрь месяц, на годовщину игры Call of Duty Mobile. Ну а я, друзья, с вами буду прощаться. И всем, кому интересно, что же будет дальше в Call of Duty и что планируется на октябрь месяц, я предлагаю посмотреть данное видео «Общение с одним из руководителей проекта Call of Duty Mobile». И кто сможет перевести все это, обязательно пишите в комментарии, чтобы все видели, что будет новенького. И я это сообщение закреплю. Ну а с вами был, как всегда, Пламбер. Всем крепкого здоровья и до новых встреч. What's next? What's next content-wise? What's next on the competitive scene? What's next in terms of player feedback and your kind of constant iteration? What is next for Call of Duty Mobile? So that's kind of the media. And one of the things I'm super stoked about is our 1-year anniversary is coming up in October.
and we're really going to go crazy there. So the planning for that has been going on for a while. And if you've not tried Call of Duty Mobile, it'll be a really good time to check it out. Maybe check it out now so you can kind of get your reps before we unleash that thing. But if you are playing right now, there's some cool stuff in store for the first anniversary. And all I can say is it's going to be our biggest season by far. And there's some really, really cool stuff happening to like the core stuff in the meta that you love right now. And if you're going through that weapon progression and stuff, there's some really cool stuff to come on that the team is really, really excited about. And they'll kill me if I say anything more about it. But those are the kinds of things we're leaning into.